Ну что ж, я вас всех приветствую, друзья. У нас сегодня какой-то ужастик, называется Can't Revert. В общем, играем мы за какого-то чувака, у него психическое заболевание, он подсел на колеса. Короче, глюки, хуюки, все как обычно, давайте смотреть. Новая игра, поехали. А, уже, да? Ну, в принципе, как обычно, начинаем игру. У нас какие-то проваги. Ладно, поехали. Куча дверей. Понятно. Естественно. Так, присесть не могу. Прыгать не могу. Бегать не могу. Пока что. А, картины. Ничего. Двери. То есть я пришел домой, я так понял, да? Шкатулка. Ну да, что-то там. Что-то где-то там. Ладно, пошлите. Бля, приседать не может. Вот это плохо. А, я ж смотрел, управления здесь нет никакого. Ладушки. А что, ладушки, что? Что от меня? А, подожди. Там кто-то был. Так, и что мне делать, подожди? Мне ходить ее искать? Ну, хотя это у него галюны, наверное. Или же вот мигает эта хрень нам сюда. В смысле? Ну, я так думаю, мне опять в эту дверь. Ну, это бред. Еще и темно. Хотя смотрю на записи нормально, а у меня вот почему-то темно. А яркость на всю? Сейчас я проверю. На всю. Что за хрень? Опа. А, обязательно примите лекарство. А может и не надо? Я не хочу. Но тут закрыто. Чё она скрипит? Ну, вообще, я не знаю, где мои лекарства. Скажем так. Но я так понимаю, если мы его не примем, дальше мы не пойдем. Лекарство. А. Что это? Ладно, я понял. Это что-то. Это 911. Что случилось? Пожалуйста, говорите медленно. Ваша безопасность на первом месте. Так я не звонил. Мы уже выехали. Можете оставаться на мне. Пожалуйста, не кладите трубку. Мы прибудем как можно скорее. Так я не звонил. В смысле? Но я опять сюда иду. А, и в этот раз дверь открыта. Короче, все темнее и темнее стало. Ой, бля. Ну, началось. А домик-то поменялся. Блять, я думал, стоит кто-то. А домик-то поменялся, сука. Ну это, по-моему, в той же комнате. Е-е.
Ладно, допустим. Пусть будет так, пока не буду никуда ничего записывать. I'm sorry. Как-то стрёмно. Вот у них было таблетки пить. SE. Значит, я сейчас должен находить какие-то, наверное, эти знаки. Open the door. Не хочу. А как? RIP. Секрет. Блять, еще где-то. Еще где-то есть слово. Нет, смотри, точно не сюда. Но где-то есть надпись. Возможно, на потолке. Нет, на потолке точно ничего. Значит, ищем по стенам. Open the door. Ну, я нажал на open the door, блять. А тут потолок. Нет, тут больше ничего нет. Я, конечно... Да не, я внимательно смотрю. Я ничего не вижу. Возможно, тут. А, don't cry. Это не кричи или не бить? Нет, не кричи, да? Не надо. А что теперь? Секрет. Какой секрет? Может, послушать нужно? Хотя тишина, она ни о чем не говорит. Блять. Так, ладно, пока что непонятно, вообще непонятно, что происходит. Теперь все красное. Ну, тут я тоже ничего не вижу. Джонатан, ты узнаешь, который час? А, ты знаешь, который час? Что это такое? Ситуация ухудшилась. Вы все еще принимаете лекарства? Я ясно сказал тебе продолжать есть. Ты знаешь, как сильно беспокоится твоя семья? Сколько раз я говорил тебе, что твое состояние опасно? Не забывай регулярно принимать лекарства. Да пошел ты в жопу. Со своими лекарствами. Я принял уже. Его теперь глючит. А может, его глючит из-за того, что... Сука. Нет. Я думал, скримак будет. Да, у меня какие-то полосы по экрану. На записи нема вроде. Странная дичь. Так, ладно, и зачем ты меня сюда... Мне колеса выпить? Их тут нет, все, я их с собой забрал. Что-то я должен найти. Я думаю, это что-то в ванной. Будем на все тыкать. А, подожди. Ладно, выпиваем. А, то есть его глючит, если он не принимает таблетосы, правильно? Забавно, конечно. Я не понимаю, правда, в чем суть игры. Я думал, будет какой-то реально интересный ужастик. А тут пока...
А, телек. Ёб твою мать, блядь. Блядь, а могло шип прихуячить. Ладно, пошли дальше. Так, мы опять в темноте. Так, появился пульс. Бля, мать, стой, я хочу тебя на превьюху взять. Блядь. Обидненько, не достанем мы ее. Нужен какой-то скримак жесткий. Так, что на этот раз мы ищем? Надписи. Понял. Мишка. Мишка. Мишка, блядь. Мудак ты, Мишка. Я нихуя не понимаю. Дай мне этого медведя. А, во. Так, в общем, Мишку мы больше не берем. Берешь мышку, ой, Мишку. И попадаешь на баг сразу же. Давайте смотреть что-то другое. Но должно же что-то быть еще. Таблетки, ну не... Да, тут вообще закрыто. Не ду... А, все, мне на выход. Так, смотри, у нас открыл... А, не открылась, а ее надо было просто... закрыть. Ну конечно. Мне кажется, вот тут появится скоро скримак. Чтоб мы вот так чисто заходим на расслабоне, нам хуяк. Пятница, 30 января. А, теперь мне надо собрать куски. Я понял. А, где тут выключатель был? Понятно, блядь. Он не работает. Ладно, ищем кусочки. 2. Еще, по идее, 1. Ну, не знаю. А где мне его взять, если там закрыто? Короче, если честно, бредово. А инвентарь? Так у меня нет инвентаря. Я вроде бы все собрал. А, подожди, в картинах. А где мне надо это собрать все? Я слышал, что дверь открылась. А, все, я понял. Так, с Wednesday это что у нас? Не знаю. Так, 28 января. Friday это пятница. Среда получается. Да, среда. Мой новый Teddy Bear. И 30 января медведю пришел пиздец. Вот и вся история. 2 июля. Не надо было говорить Грейс. Грейс, прости меня. Из-за меня Грейс умерла. Джонатан, пожалуйста, остановите нас. Ага, галюны надо остановить, блять. А, все, мы сюда.
Мне вот интересно, мы до бесконечности будем повторять, типа как изо дня в день? Вроде как добавляется что-то новое, но на самом деле нихуя это не новое. Вот мы опять что-то должны искать. Теперь кругом мусорные пакеты. Все больше людей в наше время становятся зависимыми от наркотиков. Те, кто сильно пострадал, даже не узнают своих детей и иногда убивают их. Ого. Почему люди продолжают полагаться на наркотики? Они пытаются убежать от болезненной реальности. Как и ты, Джонатан. Так, причем он пьет, я так понимаю, успокоительное. Ага, медведь с битой. Не, ну это прикольно, ладно. Это прикольно, что ты от меня хочешь? Утка. Сиди, блядь. Непонятно. Все, на выход. А вот ебать и скример. В дрожь бросила, ну не так было очков, а это что? Коридор теней, блять, идите нахуй, таблетки надо искать, я так понимаю. Сейчас ему полегчает. Хотя, может, это иллюзия создается, что ему легчает. Он типа себя успокаивает. Я хую. Я не знаю, как это объяснить, но... Блять, ну это ж ненормально. Это же ненормально. А смотреть мне куда, вопрос? На пол, который на потолке, или на потолок, который на полу? Ты еще кто? Ты слышишь это, Джонатан? Да-да, слышу. Такого яркого и прекрасного звука я еще не слышал. Еще. Еще. Иди нахуй. Пожалуйста, продолжайте слушать. Не разочаровывайте меня. Аха, блядь. Блюдок. Что-то где-то открыл. А, вижу. Ну. Заебись. Сейчас будет скримак. А, мне надо было его типа разбить. И все. Ебать. Медведь, блядь. Ты в адеквате? По-моему, нет. Ладно. Один скримачок был, да? За 20 минут. А, ну меньше, чем за 20. Вон она чё. Я хуй пойму, что мне делать. Я кругами хожу. Я хожу кругами. Блять, я не понимаю, куда идти. Блять. Или так? Не, так быть не должно. Мне от нее надо именно съебаться.
как это сделать. Я не понимаю. Понял. Я понял. Кухня. Все, блядь. Ладненько. Это уже, ну как, поприкольнее было. Это было поинтереснее. Что дальше? Что нас дальше ждет? Я все жду вот тут скримера. Не знаю. Он должен быть. Ну не может быть. Да, блядь. Кто ты? Это 911. Что случилось? Я хочу заказать пиццу. Пицца? Вы позвонили в 911, правильно? Да. Большую пиццу, пожалуйста. Мадам, вы в опасности? Да. В доме произошел случай убийства совершенного наркоманом. Жертвами стали женщина в возрасте около 40 лет и ее сын. А по данным полиции, у женщины был разорван рот и разбита голова. Сын был найден мертвым с колотыми ранами в глаза. На месте происшествия были обнаружены наркотические принадлежности, а также нож и дубинка, использованные в преступлении. Охуеть. Не понял. Но я думаю, его глючит. Я не знаю, что сказать, что добавить. Просто побегали кругами, знаешь, в разных типа симуляциях. И все. Может, конечно, еще что-то сейчас будет. Но вряд ли что-то будет. Сейчас доиграет и, наверное, все. Не понял я смысла игры. К сожалению. А может и к счастью, что я ее не понял. Нет, да, это все. Вот такая вот индюшка. В принципе, было не страшно, скажем так. Легкий интерес был, поэтому больше мне добавить совершенно нечего. Прям совершенно. Желаю вам приятного просмотра. Всем пока.